Центру профессиональной подготовки имени Героя России майора милиции Валерия Тинькова исполнилось 60 лет. На базе центра осуществляется обучение сотрудников различных подразделений МВД России. Торжественное мероприятие началось с выноса флага. Поздравить сотрудников центра приехали почетные гости. Среди них представители администрации Ленинского района и законодательных властей, сотрудники и ветераны органов внутренних дел. Я от всего сердца поздравляю слушателей сегодняшнего учебного центра, преподавателей с вашими достижениями. Желаю вам дальнейшего процветания и позвольте наградить от имени администрации Ленинского муниципального района и своими правами лучших отличившихся в учебе и в работе. С праздником вас! За годы существования из стен центра вышли более 50 тысяч выпускников со всех регионов Российской Федерации, которые обладают высокими профессиональными и морально-психологическими качествами и эффективно выполняют оперативно-служебные задачи на всей территории нашей страны. В Музее истории органов внутренних дел была открыта комната воспитательной работы и проведена экскурсия для гостей, бывших сотрудников МВД и ветеранов Центра профессиональной подготовки. В музее 8 залов, начиная со знаменного зала, зала царской поры царя революции гражданской войны, предвоенный зал, военный зал, современный зал, зал краеведения и зарубежный, и последний зал, при котором мы заканчиваем рассмотрение экспозиции, это мемориальный зал. Там фотографии людей, погибших при исполнении служебных обязанностей. Кстати, в этом году музею исполняется 40 лет. Многие из тех, кто проходил обучение в центре, сегодня вернулись сюда и вспомнили о былых временах. В 83-м году, после окончания армии, я закончил это учебное заведение. Здесь казарменное положение, проживали, учились, занимались спортом. А у нынешних слушателей центра впереди ответственная служба на страже закона и порядка. Дмитрий Книга, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.